Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Дима English. В этом выпуске мы продолжаем обогащать наш английский, расширять наш словарный запас с помощью романа «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома Кей Джерома. Я взял для этого выпуска отрывочек, где Джим, автор, описывает, как теоретически нужно ставить палатку. Естественно, с присущим ему юмором. Вот, особенно, когда идет дождь. Ну и сейчас мы об этом с вами услышим и прочтем. А также немножечко описание характера Гарриса, как он любит немножечко выпить, вот, и про его чувствительность, в кавычках. На всякий случай, как всегда, если вы смотрите в первый раз подобное видео, напоминаю, сейчас мы услышим, как читает носитель языка. Последим глазами заодно в тексте за ним. Вот, первый раз вы можете даже прослушать отрывочек, не смотря в текст, потом отматываем видео назад, и второй раз слушаем уже, смотря в текст. Затем я прочитаю, вы уже старайтесь за мной повторять. Как, ну, как повторять? То есть по-английски «share» как бы тенью, то есть успевать шепотом или громко вслух читать вместе со мной. Затем мы переведем таким простым, примитивным детским образом, чтобы получше аналогии с английским у нас промелькнули, и выпишем новые слова в наш словарик во фразах, как мы всегда это делаем, то есть только во фразах, никаких индивидуальных слов. Слова во фразах запоминаются в 5 дефис 10 раз быстрее. Если вы это делаете, то что вот эти выпуски и другие мои видео на канале, там много у меня, то я думаю, вы это заметили, что слова во фразах однозначно лучше приживаются вам, чем изолированные слова, как в школе, принято обычно это делать. Даже в модных учебниках зарубежных издательств сзади идет у них э, в конце книжки, допустим, списки новых слов для уроков. Да? И там, к сожалению, идут индивидуально эти слова. Они-то запоминаются, если заставлять их зубрить. Но это происходит мучительно, потому что у мозга нет ассоциаций. Но ну, окей, чтобы я опять тут не философствовал, давайте начинать, друзья. Вот смотрите, мы сейчас начнем слушать с вами с вот этого момента. Harry said. Гарри сказал. Ну и Получаем удовольствие. Окей, okay. so three. Uh, three, two, one, let's go. Just a moment, не понял. Одну секундочку, что такое? Не попал я. Ладно. ладно <laughs> не буду я как бы переделывать <laughs> видео Harris said okay three two one let's go Harris said how about when it rained you can never rouse Harris there is no poetry about Harris no wild yearning for the unattainable Harris never weeps he knows not why if Harris's eyes fill with tears you can bet it's because Harris has been eating raw onions or has put too much worcester over his chop if you were to stand at night by the seashore with Harris and say hark do you not hear is it but the mermaids singing deep below the waving waters or sad spirits chanting dirges for white corpses held by seaweed Harris would take you by the arm and say i know what it is old man you've got a chill now you come along with me. I know a place round the corner here where you can get a drop of the finest Scotch whisky you ever tasted. Put you right in less than no time. Harris always does know a place round the corner where you can get something brilliant in the drinking line. I believe that if you met Harris up in paradise, supposing such a thing likely, he would immediately greet you with, So glad you've come, old fellow. I've found a nice place round the corner here where you can get some really first-class nectar. In the present instance, however, as regarded the camping out, his practical view of the matter came as a very timely hint. Camping out in rainy weather is not pleasant. It is evening, you are wet through, and there is a good two inches of water in the boat, and all the things are damp. You find a place on the banks that is not quite so puddly as other places you have seen, and you land and lug out the tent, and two of you proceed to fix it. It is soaked and heavy and it flops about and tumbles down on you and clings round your head and makes you mad. The rain is pouring steadily down all the time. It is difficult enough to fix a tent in dry weather. In wet, the task becomes herculean. Instead of helping you, it seems to you that the other man is simply playing the fool. Just as you get your side beautifully fixed, he gives it a hoist from his end and spoils it all. Here, what are you up to? You call out, "What are you up to? He retorts, "Let go, can't you? Don't pull it, You've got it all wrong, you stupid ass! You shout, No, I haven't!" He yells back, Let go your side! I tell you, you've got it all wrong. You roar, wishing that you could get at him, and you give your ropes a lug that pulls all his pegs out. Ah, oh, the belly idiot! you hear him mutter to himself, and then comes a savage haul, and away goes your side. You lay down the mallet and start to go round and tell him what you think about the whole business, and at the same time he starts round in the same direction to come and explain his views to you. And you follow each other round and round, swearing at one another, until the tent tumbles down in a heap and leaves you looking at each other across its ruins, when you both indignantly exclaim in the same breath, There you are, what did I tell you? Meanwhile, the third man, who has been bailing out the boat, and who has spilled the water down his sleeve, and has been cursing away to himself steadily for the last ten minutes, wants to know what the thundering blazes you're playing at and why the blamed tent isn't up yet. At last, somehow or other, it does get up and you land the things. It is hopeless attempting to make a wood fire, so you light the methylated spirit stove and crowd round that. Rainwater is the chief article of diet at supper. The bread is two-thirds rainwater. The beefsteak pie is exceedingly rich in it. and the jam and the butter and the salt and the coffee have all combined with it to make soup. To make soup. After supper. Okay. That will do. Пока хватит нам на сегодня. Ну вот, я специально взял этот отрывочек, потому что здесь присутствует такой живой диалог, интересненький. Вот, чтобы у нас были не только описания, а также и диалоги. Ну что, теперь мы начинаем... Так, ой, ой-ой-ой. By the by the moon. Ага, вот, Harry said, да, теперь я читаю. Уже теперь, так как мой акцент вам будет абсолютно понятным, вы стараетесь читать вместе со мной. Если вы не одни, как бы не сами, и там вокруг люди, вы не можете вслух читать, чтобы не поразбегались от вас люди, значит, читаем про себя. Окей, okay, let's go. Harry said, how about when it rained? You can never rouse Harry's. There is no poetry about Harris, no wild yearning for the unattainable. Harris never weeps, he knows not why. If Harris's eyes fill with tears, you can bet it is because Harris has been eating raw onions, or has put too much worcester over his chop. If you were to stand at night by the seashore with Harris and say, Hark! Do not hear! Is it but the mermaids singing deep below the waving waters? Or sad spirits chanting dirges for white corpses held by seaweed? Harris would take you by the arm and say, I know what it is, old man, you've got a chill. Now, you come along with me. I know a place round the corner here where you can get a drop of the finest Scotch whisky you ever tasted. Put you right in put you right in oh i'm sorry put you right in less than no time harris always does know a place round the corner where you can get something brilliant in the drinking line i believe that if you met harris up in paradise supposing such a thing likely he would immediately greet you with. So glad you've come, old fellow. I've found a nice place round the corner here where you can get some really first class nectar. In the present instance, however, as regarded the camping out, his practical view of the matter came as a very timely hint. Camping out in rainy weather is not pleasant. It is evening. You are wet through. And there is a good two inches of water in the boat, and all the things are damp. You find a place on the banks that is not quite so podly as other places you have seen, and you land and log out the tent, and two of you proceed to fix it. It is soaked and heavy, and it flops about, and tumbles down on you, and clings round your head, and makes you mad. The rain is pouring steadily down all the time it is difficult enough to fix a tent in dry weather in wet the task becomes herculean instead of helping you it seems to you that the other man is simply playing the fool just as you get your side beautifully fixed he gives up he gives it a hoist from his from his end and spoils it all here what are you up to you call out what are you up to, he retorts, Let go, can't you don't pull it, you've got it all wrong, you stupid ass! you shout, No, I haven't heels back, Let go your side. I tell you, you've got it all wrong. You roar, wishing that wishing that you could get at him, and you give your ropes a lug that pulls all his pegs out. Ah, the belly idiot! You hear him mutter to himself, and then comes a savage haul, and away goes your side. You lay down the mallet and start to go round and tell him what to think about the whole business, and at the same time he starts round in the same direction to come and explain his views to you, and you follow each other round and round, swearing at one another until the tent tumbles down in a heap and leaves you looking at each other across its ruins when you both indignantly exclaim in the same breath there you are what did i tell you meanwhile the third man who has been bailing out the boat and who has spilled the water down his sleeve and has been cursing away to himself steadily for the last ten minutes wants to know what the thundering blazes you're playing at. And why the blarmed tent isn't up yet? At last, somehow or other, it does get up, and you land the things. It is hopeless attempting to make a wood fire, so you light the methylated spirit stove, and crowd round that. Rainwater is the chief article of diet and supper. The bread is two thirds rainwater. The beefsteak pie is exceedingly rich in it. And the jam, and the butter, and the salt, and the coffee have all combined with it to make soup. Вот так. To make soup. Окей, okay. ну вот. Теперь мы начинаем переводить, простенько так, знакомиться с новыми словами. Ну, я надеюсь, что для вас хотя бы пару новых словечек тут будет. И выписывать их в наш словарик. Ну что, поехали. Harry said, да, вы пытаетесь, когда я перевожу, тоже вы смотрите в эти фразы, подумайте, а как бы вы перевели сразу же, да, вот сходы, это очень интересно. Перевести так, чтобы не то, что красиво перевести, не нужно тратить лишнюю энергию огромную, а чтобы четко понять, принять, что там происходит. Чтобы эти фразы приживались к нам, чтобы мы их потом могли употреблять. Harry said, Гарри сказал, How about when it rained? Ну а как насчет когда дождик? Ну здесь поставлено прошедшее время, я не знаю почему, ну, даже честно говоря, затрудняюсь вам сказать. How about when it rains? Ну, имеется в виду Гарри сказал. Ну а как насчет того, когда дождь идет? То есть что трудно ставить палатку и так далее, когда идет дождь. Вот, то есть почему не сказал How about when it rains? Может быть это связано с предыдущей частью? Но ну, я вроде просматривал. Чтобы здесь было что-то нереальное условие, типа subjunctive, how about when it rained? Да вряд ли. Ну ладно, поэтому оставим этот. Почему здесь у нас поставлено прошедшее время? Я думаю, это автор просто так ему захотелось. You can never rouse Harris. Вы никогда не можете взволновать, как бы разволновать, возбудить, как бы пробудить Гарриса. То есть Гаррис такой простой паренек. Ну давайте возьмем. Пусть это очень простое фраз, но слово rouse вполне возможно вам раньше не встречалось. Вот сейчас мы с ним познакомимся. You can never rouse Harris. Вы никогда не можете взволновать Гарриса. Разволновать, растрогать и так далее. Rouse. Пробудить чувства. You can never rouse Harris. There is no poetry about Harris. Нету никакой поэзии насчет Гарриса. Но в Гаррисе нет поэзии. No wild yearning for the unattainable красивая фраза. Никакого дикой, никакой дикой жажды, никакого дикого стремления к недостижимому, к непостижимому. Окей. Okay. No wild yearning for the unattainable. Yearning. От слова yearn стремиться. Жажда чего-то желать unattainable от слова attain что-либо получать, заполучать, достигать значит unattainable недостижимое в случае с Гаррисом как бы непостижимое unattainable недостижимое что-то да то есть Гаррис прост, как сама природа no wild yearning for the unattainable Harris never weeps he knows not why Гаррис никогда не плачет тут цитируется сам Гаррис Гаррис никогда не плачет, он не знает почему. Красивая конструкция, не просто he doesn't know why, да, а he knows not why. Такой, более такой книжный стиль такой. He knows not why. If Harris's eyes fill with tears, если Гаррисовые глаза наполняются слезами, fill with tears, you can bet, можете быть уверены, можете биться об заклад, можете ручаться, It is because Harris has been eating raw onions. Можете быть уверены, это потому, что Гаррис покушал э, свежего лука. Has been eating raw onions. Перед этим как бы ел сырой лук. Or has put too much water over his chop. Или положил слишком много, вот этот соус какой-то, это неважно, на его, сверху его отбивной. Over his chop. Ну, там рубленная котлета какая-то или отбивная. В общем, чоп от слова рубить, то есть мясо нарубленное. Или положил слишком много соуса на свою отбивнушку. If you were to stand at night by the seashore with Harris and say. If you were to stand. Красиво закручено. Ну, как закручено. Если бы вы стояли. Вот чисто английская такая. If you were to stand. If you were to go. If you were to... Если бы вы стояли ночью. Возле морского берега, как бы By the Seashore, на морском берегу получается, с Гаррисом и сказали: Hark. Тихо, слушай. Тут как такой глагол интересный: Харк, одним словом. Hark, типа, слушай. Do you not hear. Ты что, не слышишь? Давайте возьмем этот харк. Тоже я почти практически на 99% уверен, что вы его не встречали раньше. Hark. Тихо, слушай. Ты что, не слышишь? также есть такая популярная очень фраза hark back. Слово back добавляется. Это значит, ну как видите, перекликаться, как бы отдаляться, уходить корнями аж куда-то в прошлое. Допустим, the paintings of these artists hark back to the prehistoric times. Ну, что-то в таком духе. То есть, прорастают своими корнями аж куда-то глубоко. Hark, слушай. Is it but the mermaid singing deep? Ну разве это не русалки, поющие глубоко below the waving waters, под э, ну как бы wave волна вздыматься волной воды, да под волнистыми водами. Ну waving здесь как глагол поставлен с ингом, то есть воды, которые бурлят, как бы. Но это разве не русалки? Так, ну я думаю, что русалки mermaids. Не будем мы выписывать, ладно. Русалка, это русалка mermaid. У нас дальше тут поинтереснее словечки. о sad spirits, или такие унылые духи, chanting dirges for white corpses held by seaweed, или унылые духи, которые скандируют, как бы читают э, эти такие печальные гимны похоронные для белых трупиков, белых трупов, которые удерживаются водорослями. Ну если художественно это перевести, вы понимаете, можно покрасивее сделать Или унылые эти духи, которые читают похоронные гимны белым трупом, зацепившим, запутавшимся в водорослях. Красота. Ну ладно, давайте возьмем. У нас тут chant, и у нас тут dirge. Sad spirit, spirit, дух или спирт. Ну, здесь не спирты, все-таки, а духи. Chanting dirges. Dirges. Э, эти. Похоронные гимны. Корпс. Труп. Вот так. Корпс из трупы. Chant. 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 То есть читать, проговаривать. Seaweed. Водоросль морская. Seaweed. Типа морской сорняк. Давайте выделим. Seaweed. Harris would take you by the arm and say, Гаррис взял бы вас за руку, take you by the arm, и сказал, I know what it is, old man. Я знаю, что это старина. You've got a chill. У тебя простуда. Chill. Ты имеешь простуду. You've got a chill. Так, давайте возьмем эту простуду. Обычно мы говорим, you've got a cold. Да, ну, можно chill. Промерз, как бы. Chill прохладный, Proхлада, значит, ты переохладился. You've got a chill. Now, you come along with me. Ну, давай, пошли со мной. Come along with me. Пошли со мной. I know a place around the corner here. Я знаю местечко за углом, around the corner здесь. Where you can get a drop of the finest Scotch whisky you ever tasted. где ты можешь получить капельку самого лучшего шотландского виски, you ever tasted, который ты когда-либо пробовал. You ever tasted. Put you right. Типа, ну, если буквально поставить тебя правильно, <laughs> то есть э, приведет тебя в правильное состояние. Put you right in less than no time. Ну, вот как так идиоматично, такая фраза. Моментально, в меньший промежуток, чем вообще без времени. Да, то есть, ну, меньше, чем за момент. In less than no time. Супер-супер быстро. Put your right in less than no time. Обычно они говорят in no time. Это такая идиома как бы супер быстро. In no time. А тут in less than no time. То есть еще быстрее, чем супер быстро. Put your right. Приведет тебя в чувство. В нормальное состояние. In less than no time. Так что глазом не успеешь моргнуть. Harris always does know a place round the corner. Гаррис всегда знает местечко за углом. Where you can get something brilliant in the drinking line. Где ты можешь получить что-то бриллиантовое, то есть шикарное. In the drinking line, типа в выпивательной линии, то есть в плане выпить. In the drinking line, в выпивальном направлении. I believe that if you met Harris up in paradise, я уверен, типа я полагаю, что если бы вы встретили Гарриса как бы вверху в раю, supposing such a thing likely, если предположить, как бы предполагая, что такая вещь вероятна, supposing such a thing likely, he would immediately greet you with, он бы немедленно поприветствовал вас с, типа со следующими словами, he would immediately greet you, давайте возьмем, he would immediately greet you with. Он бы моментально поприветствовал вас. He would immediately greet you with. Моментально, немедленно поприветствовал вас со сл следующими словами. So glad you've come, old fellow. Как я рад, что ты пришел, старина. I found a nice place around the corner here. Я нашел чудесное местечко за углом здесь, where you can get some really first class nectar, где ты можешь получить, раздобыть действительно, чуть-чуть действительно первоклассного нектара. Ну, в раю виски типа нету, да, то хоть нектар хлебнуть. In the present instance, however, в настоящем случае, однако, in the present instance, instance, случай, пример, as regarded the camping out, что касается кемпинга, camping out, как бы разворачивание лагеря, his practical view of the matter, его практический взгляд на дело, came as a very timely hint, пришел как, очень своевременный намек. То есть он вовремя именно спасал насчет вообще как бы дождика и так далее. И тут автор сейчас вспомнит, что как, каково оно ставить палатку в дождь. Camping out in rainy weather is not pleasant. Кемпинговаться camping, uh, camping в дождливую погоду неприятно. Mm. His practical view of the matter uh, came as a very timely hint. Так что мы можем взять? As regarded the camping out. Ну ладно. It is evening. Вечер. It is evening. You are wet through. Through насквозь, как бы, то есть ты, вы мокры, вы насквозь, вы промокли насквозь полностью. And there is good two inches of water in the boat. И есть два добрых, как бы, добрых дюйма воды в лодке. A good two inches of water in the boat. And all the things are damp. И все вещи мокрые, влажные, намокли. All the things are damp. You find a place on the banks. Вы находите место на берегу, на берегах, that is not quite so puddley, которое не настолько лужестое, то есть не покрытое лужами, as other places you have seen, как другие места, которые вы уже видели. And you land and you land and lug out the tent. И вы э, как не пришвартовываетесь, а ну, лодка к берегу, при... в общем, пристаете к берегу и log out, вытягиваете палатку, and two of you proceed to fix it. И двое из вас приступают фиксировать ее, то есть ставить. Окей, okay, давайте. You land out and log out the tent. You land and log out the tent. Вы land, при. В общем, забыл я это слово, как по-русски красиво. Пристаете к берегу. And lug out. Вытаскиваете Выта палатку. And two of you proceed to fix it. И двое из вас приступают, начинают фиксировать ее, то есть ставить. Можно put up the tent, можно fix the tent. Proceed. Приступать к чему-то. Красивое слово. Proceed to do something. And today we proceed to... I don't know. To learn this text by heart. Proceed to do something. Приступать что-либо делать. It is soaked and heavy. Она пропитана водой и тяжелая. And it flops about. И она... Флоп это такие звуки. Flip, flap, flop. Когда какая-то ткань, в данном случае мокрая, издает, когда она на ветру шлепает. Да, вот хлопает, шлепает. И она шлепает вокруг. And tumbles down on you. И падает tumble, как бы падать, кувыркаться, но ну, падать, и падает на вас. And cleans around your head. И зацепляется вам за голову. Ну, потому что обворачивается вокруг головы, потому что мокрая, да? И обворачивается вокруг головы. And makes you mad. И делает вас сумасшедшим. То есть сводит вас с ума. It is soaked, and it flops about and down. Ну, давайте, такие интересные словечки тут. Хоть они и коротенькие, и маленькие, но довольно прикольные and it flops about, флоп шлепать. And tumbles down и падает. Заваливается на вас. Tumbles down on you. Споты... Ну, вообще, tumble это, не... да, как бы споткаться вот и падать. Ну, в общем, падать. Флоп. Шлепать. Флип, флоп, как шлепанцы. And cleans round your head. И зацепляется за голову вам. Представьте ощущение, да, вот эта мокрая палаточная ткань, такая обворачиваясь холодно вокруг вашего лица и шеи, как приятно. Clings round. Cling, цепляться. Не только что-то мокрое, когда цепляется, а вообще ребеночек маме за платье цепляется. Там cling to his mother's dress. Какие-то вот эти растения, как их собачки называют, цепляться. Cling. cling, cling, cling. Зацепляться за одежду. Обычно. В данном случае за голову. The rain is pouring steadily down all the time. Дождик льет steadily, как бы стабильно. Ну, down, вниз, то есть мы по-русски так не говорим. Все время. То есть дождь льет постоянно, все время. It is difficult enough to fix a tent in dry weather. Достаточно, достаточно трудно зафиксировать, то есть поставить палатку в сухую погоду. In dry weather. In wet, The task becomes Herculean, а в мокрую задание становится геркулесовским, геркулесовым, то есть ну, вообще непосильным. The task becomes Herculean. От слова hercules. hercules. Instead of helping you, вместо помощи вам, то есть вместо того, чтобы помогать вам, it seems to you that the other man is simply playing the fool. Кажется вам, что другой человек просто играет в дурака. Playing the fool. Ну, тут все просто. Just as you get your side beautifully fixed. Как только вы, как бы, получаете, ну, с ваша сторона, что красиво зафиксирована, то есть, как только вы добиваетесь, достигаете того, что ваша сторона классно зафиксирована, he gives, a, he gives it a hoist. Он дает ей резкий дерг, как бы hoist a flag, например, ставить флаг, то есть, подымать флаг его вверх. Вот, получается, он дает ей, ну, не ей, а вашей стороне, да, он дает вашей стороне дерг такой с его конца. And spoils it all. И портит это все. Давайте, he gives it a hoist. Hoist, это может быть и глагол, и существительное, дергать, ну, подымать, в смысле, дергать вверх. He gives it a hoist from his end. Вот обычно ставить флаг, они говорят, hoist a flag. He gives it a hoist from his end. И все портит. Here, what are you up to? Вот, ⁇ -мо ⁇ ты чего там надумал? Кстати, важная фраза, давайте. What are you up to? Ой, сейчас мы с вопросиком возьмем. To be up to something означает надумать что-то. Тут целая фраза. What are you up to? Чего ты там надумал? Ну, вы понимаете, можно переводить как хочешь. Типа, что ты там вытворяешь? You call out. Вы, как бы, вы крикиваете, ну, взываете. «What are you up to?» – he retorts. «Это ты чего надумал?» – он отвечает. «Let go, can't you?» «Let go» – сокращение от «let go». Ну, разговорное, чтобы оно вложилось в одно слово. Не заморачивайте сильно на запоминание. «Let go». «Отпусти!» «Can't you?» «Ты чего, ну, не можешь, что ли? Ну, отпусти давай!» «Let go, can't you?» «Don't pull it!» «Да не тяни ее!» «Don't pull it!» You've got it all wrong. Ты все испортил. You stupid ass. Ты глупый осел. Раньше ass было слово осел. До, скажем, начала 20 века. Потом плавно почему-то оно перешло в слово задница. Ну, я не могу это не сказать, потому что ну, очень популярное слово. Наверное, оно входит в сотню самых популярных английских слов. Ну, я шучу, конечно. Вот, то есть раньше ass был ослик. Теперь ослика обычно называют donkey. Вот, а с попа. Ну, я сомневаюсь, что Джером тут написал «ты глупая задница», да, тут имеется в виду «ты глупый сел. «Вы орете». «You shout». «No, I haven't». Uh, «Да нет, я не испортил». «He yells back». «Он орет в ответ». Типа орет назад, да, он орет в ответ. «Let go your side». «Да отпусти свою сторону». «Let go», «отпусти». I tell you you've got it all wrong. Я говорю тебе, что ты все неправильно сделал. То есть ты все испортил. You roar, вы рычите, wishing that you could get at him, желая, чтобы вы могли типа добраться до него. Get at him. You could get at him. Вы могли добраться до него. And you give your robes a lug, и вы даете своим веревкам э, дерг такой, ну, то есть это так буквально, да, и вы даете своему ребенку такой дерг, that pulls all his pegs out, который вытаскивает все его колышки. And you give your ropes a lug. That pulls, ну, давайте колышки заодно возьмем. Вдруг вы, вдруг вы не знаете колышки, сейчас узнаете. Give your ropes a lug. Ну, у нас было уже lug, еще раз. Тащить пегс колышки всякие разные деревянные обычно и в стенку если мы что-то забиваем там колышки и чопики всякие пегс и вы ну, даете своим веревкам такой дерг который вытаскивает все его колышки Ah, the belly idiot. Ах, ты ж чертов идиот. Belly. Это такое, типа, более мирное слово для bloody. В английском bloody ругательство употребляется, ну, от слова кровь, но оно не, только кровавое означает, а вот в ругательствах, ну, да, я не буду, конечно, сейчас сильно колорит на это, потому что вы сами подберете синонимы, которые вам нравятся. Вот, ну, и вот belly это такой более немножко мирный эквивалент bloody. Ах, ты ж чертов идиот. You hear him mutter to himself. Вы слышите, как он бормочет сам себе mutter, бормотать. Но он не орет просто потому, что он силы собирает, чтобы вас наказать сейчас. You hear him mutter to himself. And then comes a savage hole. А потом, типа, приходит свирепый, дикий hole тащить, то есть дерг тоже. And away goes your side. И прочь улетает, уходит ваша сторона. То есть выдергивается ваша. Ну, давайте, тут красиво, конечно. And then comes a savage hole. А потом следует savage как бы от слова дикарь а потом следует дикий холл тащить ну, дикий тащ <laughs> а потом следует дикий дерг такой рывок и ваша сторона вылетает and away goes your side you lay down the mallet вы ложите или бросаете, конечно, скорее всего, Мялый вот этот молоточек специально с деревянной обычно головой для забивания, киянка такая, вот этих колышков. Вы бросаете молоток and start to go round, и начинаете идти вокруг, то есть оббегать вокруг палатки and tell him what you think about the whole business. И чтобы сказать ему, и сказать ему, что вы думаете насчет всего этого дела, всего этого бизнеса. What you think about the whole business? And at the same time, и в то же самое время, at the same time, he starts round, он начинает бежать вокруг, как бы бегать, in the same direction, в том же самом направлении. Можно говорить direction, можно direction, как вам больше нравится. In the same direction, to come and explain his views to you, чтобы ну, прийти и объяснить его точки зрения, воззрения вам to come and explain his views to you. And you follow each other round and round. И вы следуете друг за другом, вокруг и вокруг. То есть, получается, бегаете вокруг этой палатки, вокруг. Все, бегаете, бегаете, round and round, swearing at one another, ругаясь друг на друга. Давайте возьмем swear, такое классическое слово, ругаться. Ругаться в смысле не мама на ребеночка ругаться, а именно матом ругаться. Swearing at one another. Swear. Клясться в чем-то, еще и ругаться. То есть в обоих случаях эмоций много вложено. Swearing at one another. Ругаясь друг на друга, на чем свет стоит. Until the tent tumbles down in a heap. Пока палатка не сваливается в кучу in a heap. Heap куча чего-то там, стопка. В общем, пока она не сваливается. Ну давайте. Надо же нам что-то выписать. Тут можно все выписывать, потому что все красиво. Но я стараюсь подбирать самые такие яркие. Tumbles down in a heap. Heap – куча. Tumbles down. Было у нас уже tumble, вот и прекрасно. Еще раз. Tumble down. Сваливается в кучу. Как карточный домик. And leaves you looking at each other across its ruins. И оставляет типа, вас, смотрящих друг на друга, через руины поверх руин across the ruins when you both indignantly exclaim in the same breath когда вы оба с негодованием indignantly восклицаете в на одном дыхании окей okay, берем красиво indignantly наречие с негодованием breath дыхание in the same breath, на одном дыхании. Exclaim, восклицать. И вы оба с негодованием восклицаете на одном дыхании, то есть одновременно. There you are. Ну вот. What did I tell you? Ну что я тебе говорил? То есть there you are, вы можете переводить как угодно, а его сложно перевести, как бы красиво, потому что много вариантов. There you are. Ну вот, доигрался, да, типа. Что я тебе говорил? Meanwhile, the third man, тем временем, третий мужчина, третий человек, meanwhile, ну давайте возьмем вдруг, meanwhile, на речи красивое одним словом, тем временем, meanwhile, meanwhile, the third man, who has been bailing out the boat, который вычерпывал лодку, bail out, значит, вычерпывать воду из лодки, такое более-менее редкое слово, ну давайте, ладно, что нам? Нам же не лень. Bail out. Вычерпывать. Bail out. Вычерпывать воду из лодки. Дождик же идет, пока эти развлекаются с палаткой, тот пытается вычерпать воду. And who has spilled the water down his sleeve и который пролил как бы воду вниз по своему рукаву. Ну, то есть замочил уже все рукава. Spilled the water down his sleeve. Down, тут, ну, это в английском вниз, да, ясно, что ну, обычно вода проливается вниз, а не вверх. Ну, на русском мы не употребляем так. Пролил воду по, по рукавам. And has been cursing away to himself steadily. И ругался, еще одно слово ругаться, и матом извращенным. Cursing и проклятие away. Это для красоты away как бы вдаль, прочь, то есть ну вот его мат маты разлетались прочь. И который ругался свирепо to himself сам собой steadily, uh, то есть ну постоянно for the last ten minutes последние 10 минут. Давайте and has been cursing away to himself steadily. Пока те матерятся друг на друга, этот свирепо матерится сам собой и на все вокруг has been cursing away. Ругается, на чем свет стоит. То есть у нас было swear, ругаться и curse. Curse, я так понимаю, покруче, чем swear, немножко. For the last 10 minutes. Wants to know what the thundering blazes you're playing at. И он хочет знать, что... Смотрите, thundering blazes, blazes – пламя, да, thunder – гром, ну, гр громыхающее пламя. Ну, то есть это ругательство, как бы, ну, что, черт возьми. Типа, во что там, черт возьми, вы играетесь? You're playing at. Типа, и с чем вы там играетесь? What the thundering blazes. Давайте возьмем. Так, литературно, для красоты, для юмора. То есть, понимаете, там было явно не thundering blazes. What the thundering blazes. Blazes, пламя. В множественном числе, кстати, тут у них может быть пламя. Такие плами, пламя, <laughs> Thunder от слова гром, то есть гром и молния, елки-палки, типа thundering, громыхающее пламя, ну, в общем, какие-то адские пламя там. Что, черт чем там, черт возьми, вы играетесь? And why the blarm tent isn't up yet? И почему чертова палатка еще не стоит? Isn't up, типа, почему еще не вверх? Blarm, я проверял в разных словарях, вы знаете, почему-то blarm, я не нашел, здесь два варианта. Или это опечатка, вполне возможно было blamed здесь, допустим, без буквы R. Blame обвинять, то есть почему опять-таки чертова палатка не стоит. Или, ну, я не проводил такое глубочайшее лингвистическое исследование, поэтому я не знаю, что это имеется в виду. Blarmed. В The free dictionary, в котором, ну, очень много слов, пару миллионов, не было вот этого э, слова. Скорее всего, это опечатка. Скорее всего, ну, скорее, а может и нет. То есть очень редкое слово, но оно явно связано со словом blame, то есть обвинять, то есть в данном случае обвиненная палатка, то есть чертова палатка. At last, somehow or other, ну, наконец, тем, так или иначе, it does get up. Она все-таки встает, то есть ее ставят. Она действительно встает. And you land the things. И вы land, суша, да, тут глагол вытаскивайте, на сушу вещи. It is hopeless attempting to make a wood fire. Это безнадежно, пытаться сделать огонь деревянный, то есть из дерева. Ну, давайте возьмем, эту сама фраза красивая. It is hopeless attempting to make a wood fire. It is hopeless attempting to make a wood fire. Attempt, пытаться. Attempting, тут инг стоит, э, герундий. Attempting пытаться. Безнадежно пытаться. Можно было бы сказать hopeless to attempt to make, да? Ну, для красоты вот... Э Объяснить это просто очень трудно, почему такая конструкция, потому что в данном случае английский отличается от русского, и поэтому это с опытом. Если вы читаете вот эти красивые фразы, один раз вы встретили второй, третий, подобный, 25-й, 147-й, и вы просто привыкаете к ней, принимаете ее и начинаете употреблять, если вам нужно. Ну и понимаете 100%. Да? А если пытаться объяснить ее какими-то теоретическими изысканиями сейчас, то будет такая каша в голове, что, поверьте мне, но нам сто лет не надо. It is hopeless attempting to make a wood fire. Всегда легче в английском принять, чем понять. Ну, не только в английском, наверное. Как и в китайском, тем более, и так далее. Потому что мы пытаемся иногда рассматривать другой язык. Но это автоматически у всех происходит через призму своего языка. Да? А ведь языки-то разные. Это все равно, что э, анализировать черепаху мерилом рыбы. Да? Ну, я в таком... Или птицы. Да? Но это совершенно два разных создания. То есть, ну, Окей, okay. ладно. Okay. Uh, so you light, поэтому вы поджигаете the methylated spirit stove, разжигаете метиловую спиртовую печку, плиту, and crowd around that. И толпитесь вокруг нее в палаточке мокрой. Light the methylated spirit stove and crowd around that. Crowd, crowd здесь глагол толпитесь. Ну давайте, то у нас сегодня маловато слов. Crowd. То есть учитесь сразу же распознавать как бы додумываться да если вы знаете что crowd это толпа вот где-то вы видели в, в, в своей жизни знаете да а тут смотрите crowd round that ну crowd это явно глагол да ну, что это такое очень просто в английском значит если crowd толпа скорее всего это просто глагол толпиться. ну мы его так воспринимаем то есть ну и что что глагол несуществительные. подумаешь великое дело and crowd round that и толпитесь вокруг нее вокруг этой печки rainwater is the chief article of diet at supper. Дождевая вода – это главный пункт диеты на ужин. Все пропиталось. The chief article of diet at supper. Ну, давайте. Chief article of diet. Article – артикль, статья, некий пункт, некая вещь. Article – в данном случае, ну, давайте, пункт. Chief – главный, вождь, то есть тот, кто главный, короче. В данном случае это прилагательное. Дождевая вода – это главный пункт диеты. То есть рациона на ужин. The bread is two-thirds rainwater. Хлеб на две-третьих – это дождевая вода. The beefsteak pie is exceedingly rich in it. Бифштексовый пирог. Видите, как раньше питались классно, там, виртуозно. Чрезвычайно богат ею, то есть водой. Exceedingly rich, ну давайте возьмем, the beefsteak pie is exceedingly rich in it. The beefsteak pie is exceedingly, можно exceedingly, можно exceedingly, exceedingly rich, через богат ею, то есть пропитался пирожок, And the jam, и jam, то есть варенье, and the butter, и сливочное масло, and the salt, и соль, and the coffee, и кофеек, have all combined with it to make soup. Все объединились с ней, совокупили с ней, с этой водой, чтобы сделать супик. То есть все смешалось. Combine, все с... сочетаться, combine, то есть, ну, как это красиво сказать, ну, совокупились явно как-то не очень, да, все, ну комбинировали с ней, объединились. Да ладно, бог с ним, да. To make soup. Have all combined with it to make soup, чтобы сделать суп. Ну вот. Конечно, мы переводим с вами так. Специально всегда так, зато лучше. Ну ярче запоминается, английский лучше усваивается. Прикольный, кстати, момент, очень юморной. Я вам рекомендую прослушать еще несколько раз, просмотреть это видео, послушайте, как девушка и носитель языка читает, и мы вместе читаем. И достигните того, чтобы вы не отвлекались на то, что вот многие-многие слова неизвестны. А чтобы многие слова уже известны, тогда вы начинаете получать удовольствие от самого процесса. То есть от юмора. Тут же все-таки с юмором писалось. С таким английским юмором, видите. Вот, ругаются, на чем чё, свет стоит, ну и так далее. Бегают с колышками. Окей, друзья, мы на сегодня позанимались. Сегодня мы выписали не так уж прямо супер много слов, но тем не менее. Дело не только в количестве слов. И, наверное, даже не в количестве слов. Дело в том, как эти слова сочетаются друг с другом. Чтобы вы усваивали сочетание это самое главное. Неоднократно я читал о случаях, когда ученики, допустим, какие-то, неважно, в любой стране мира, такие фанаты, например, вот они знают несколько десятков тысяч слов пассивный словарный запас, но они не могут двух слов связать, например, на английском. Почему? Потому что им не хватает сочетаемости вот этой автоматизма и сочетаемости. Поэтому мы слова выписываем только во фразах. Сочетание это все. Вашему мозгу нужны эти ассоциации. Тогда вы будете продвигаться по иностранному языку намного быстрее. Окей, okay, друзья, поставьте мне лайк, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео с друзьями. Э -э желаю вам красивого английского, если вам нужна помощь серьезная в английском. То есть, ну, все, что вам может понадобиться в жизни. От заговорить на английском побыстрее с нуля, до подготовки к каким-то сложнейшим собеседованиям на английском, либо тестам, Обращайтесь, ссылочку в описании на мой сайт я всегда даю. Окей, друзья, до встречи в следующих видео.